саженцы сирени амурской прекрасно смотрятся как солитер, подходят для устройства живых изгородей, создания декоративных групп с другими красиво цветущими и декоративно-лиственными кустарниками. Цветение происходит в июне, в начале июля, что почти на месяц позже цветения обыкновенных сортов. Цветочки некрупные, воронковидные, приятного бело-кремового цвета. Они собраны в большие и пышные соцветия метелки. Сирень амурская очень душистая, пахнет медом, чем привлекает бабочек и пчел. Растение прекрасно растет в городе, имеет высокую зимостойкость, не подмерзает. Сирень амурская, плющелистная, это кустарники высотой 600-800 см, диаметром 200-400 см. Цветет растение в месяц май, июнь, окраска цветка белая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.